Дима, у тебя дракон, ты что нет? Прокачай дракона. Я на бритбайзе, разбирайте все, что вам надо. Сейчас я туда лечу. Так, Леша, иди сюда. Надержите сет. У меня есть. Нахрена на Лешу сет брал. А что ты привез? Что ты привез? Ну, блядь. О! Так, на, Леша, держите. Что-то, это, что-то не то с интернетом, да? Сразу работает все. Привет, Антон. Привет. А вот эту тему. Это у нас есть. Хитрости нету. Хитрости нету. А где он? Где он? Я просто не знаю, где они лежат, и я только проверил. Я все забрал уже. Ты мне хилы, а? Дай, и все, у меня все есть. Хитрости есть? Отдай хилы. А, ладно. Сначала шмотки попить, потом хил. Так, вот это на тебе. Еды нету, правда. На, держи. Так, да. Тогда надо это, я владею, сообщу. Все артефакты есть, да, все есть. А где они, кто взял? Кирилл, посчитай. А, кстати, а что жира бы взял? Завра 4 штуки. Вот, начинается. 6 у Вани где-то. Я нафармил даже 12. Но если у тебя 4... У меня 4. Ага. Сколько у нас попыток? Одна попытка. 5 надо сейчас. Так, ты там сзади забрал? Варка, не понял. Какая, как ты забери? Ты куда ушел? Вот смотри, тут 6 лежат, да, жира? 6. Ну возьми, один жир возьми, и все. Ой, пардон. И тут сзади еще 6 есть. Дай нам хилки, Дима. А, вот она, чертеж для базилозавра. Я чертеж, да, положу это? Надо две скрафтить. Вы только не убирайте, у меня время будет, или после босса я пойду это. На, держи тебе хилку. Все, у меня есть хилки. Кирюх, пошли на... Пошли на белиз. Есть. Пошли на белиз. Бери Рекса, пошли. Подождите, я уже почти на бредбазе. Давайте вместе, я вот почти подлетел. Сзади дома. Сзади дома. Куда ты побежал? Все, вот он я. Красивый весь такой, трехцветный. Да. А кого сколько Рекса с собой брать? Как тактика идет? Кому? Леша, посмотри какой ХП, где мой Рекс, я не понял. Там, смотри. Рекс. А, у меня точно красный же. Да не здесь, сзади я же. Я нашел уже. А какое у тебя седло, кстати? У меня... 107 есть. Поменять тебе? Ой, дай мне, это у меня это 99. 99, да? А кто моему Рексу вкачал? Кому руки-то оторвать, блядь? Блядь, кто настолько конченый, что вкачает в моему Рексу 30 тысяч хп? Дурак, это мой Рекс. Идиот ты кусок. Это мой Рекс. Местный, написано же. Воспитатель. Нет, 612 брони урона, тот настолько конченый, и веса по тонну. Ты вот на вот правого Рекса посмотри, вот он, вот Леша. А сколько должно быть? Да он не так смотрит, ну слушай, смотри. Да Дима, смотрю. Все, расслабьтесь, мальчики. Ну нормально, что ты, Кирюх? У всех по 30, чего ты переживаешь? Я никого не трогал, нет, я сам видел одного Рекса 30 тысяч хп. Кирюх, давай, у всех по 30-ке. Это не прикольно, чуваки. В смысле, у всех по 30-ке, чего ты переживаешь? Нет, не у всех. А ты что хотел? О, а кто мне очки забрал? Я был все время 22.
Успокойся, ты тогда бомбил, что у тебя рекс сдох, блядь. А тут тебе херово, что у него 30 тысяч. Тебя не поймешь. Я хотел еще раз сдохнуть, побомбить. Ты хотел еще раз сдохнуть, да? То есть ты нас хотел подвести, да? Чтобы мы остались в меньшинстве. Да потому что когда ты умираешь, нас меньше остается. И даже твои сраные 600 урона, блядь, мы теряем, понимаешь, в чем проблема-то? И у нас. И у нас меньше урона в общем идет. Так у нас рексы остаются, мы не всех забираем. У Лёши штук 8 рексов. У меня 0 остается. У меня один рекс есть, да, но он вообще не прокачанный. У него... Нету. Пошли, Леша. Мы его подожди добрать. 112 брони нашел тут на рексе. Дай я себе поменяю. У тебя там на твоем одном рексе есть плотное седло какое-то. Только что я тоже больше 110 видел. Посмотри там. У меня где-то 103 что ли. Сейчас я посмотрю еще это. У меня девочка. У меня 88 только на моем. Моего брать, Леша? 107, иди 107, да. Ребята, а кто-то спаривал моего Flame D красного рекса? Вчера я спаривал рекс. Ты у меня какое-то седло уже одел 107. Вот. Почему 107. У него 9 часов, да, спаривания и блуждания? Я чё? А он не слышит никогда, да, он бубнит. Да, не, да, галдёж ты его. Вань, у меня 107, 107 брони, седло во мне одето. Ты ушёл? Не-не-не, ну короче я моего рекса, да, беру. А где ты? А ты не знаешь, а я... Да? Есть хороший рекс здесь еще. Можешь моего взять. 30 тысяч хп плюс там нормальный урон. Давай, я твоего возьму. Бронь я взял, что еще надо взять? Автомат или что-нибудь такое, патроны? Суп там, а этот есть? А он у вас есть, да? А броня делал, да. Жир базилозавра возьмите еще один. Угу. Я возьму, Так, короче, вот я жир беру. СВ-4 бери у него. СВ-4, ага, сейчас подлечу. Так у Вани же вырос, слышишь, Антон, Лёха, у Вани же вырос рекс, у него привязка есть, так он у меня вырос раньше моего, на иксах 3 он простоял, мой тоже был накачанный, и 30 кп вкачалось. Я только что вкачал, у него 25 тысяч с половиной и 580 только домашек. Кирюха, он слабый. Рекс вкачался так, что у меня то бишь хп, ну я тебе не знаю. Кирюха, чё? Кирюха, тебе девочки или мальчики? Мужской. Вон ты. Там вон. Дима, это... у тебя девочка или мальчик? Коля, вон. Коля, вон. Коля. Блять, это. Ваня, бери СВ-6. У нас одни пацаны, нужно девочку брать. Нет, просто я вот к чему говорю, то бишь, Ваня на Рекс вырос раньше, чем мой, и он поймал. Я вам просто говорю, что Ваня может своего взять Рекс, у него будет привязка хотя бы к Рексу, урон. Ну, привязка 13%. Мужик, 13%. Мой Рекс это тоже мужик. Блин, вы хотите девочку типа взять? Да, нам нужна связка типа. Какие девочки есть у нас? Кроме моей. Ну я же сказал, что 6. Берите СВ-6, Ваня, бери СВ-6. А я уже сказал, блядь, ты вообще никого не видишь. СВ-6, да-да, я сейчас возьму, сейчас я вылетаю. Ну они не поймут. Видишь, Лёх, надо внести ясность до конца. Да, сейчас Ваня сказал, хорошо, я возьму СВ-6. Я бы только что уже разрешили, когда я начал возникать, и Лёша мне рассказал, как что должно быть. Антоха прослушал этот момент, наверное. Да я сижу тут, слушаю вас очень внимательно. Я на красный пошел. Только я, наверное, сейчас не, ничего не понимаю, но тогда подожди меня, что я тоже живу. Керлис, а кто такой Керлис? А кто он такой вообще? У нас людей, у нас людей достаточное количество? 10?
Миш, мы не будем звать с собой никаких? Нет, я им затирал, типа, развивайтесь, тыры-пыры, и будем, ну, если что, ходить вместе на боссов, будем вас звать, если не будет хватать народу. Я им такую, типа, тему говорил. То, что нам надо один раз это Георга немца с собой взять, он попросил, он ведь это персонажа потерял. Угу. Я даже не уверен, что получится. Надо с них просто, чтобы они помогли, а ты пофармить. С ними договориться, чтобы они... Надо было в подводную пещеру. А чтобы они пофармили их. С базилозавром живем и со всеми остальными. Нам троем надо один раз туда слетать и все. Поплыть и все. Три артефакта с собой взять назад. Короче, я вылетаю, да? А по сколько атаки Рекс у вас? У меня 817. А у меня вообще хреново. А не, я где-то С6 беру. А сколько у тебя хп, Антон? 22, но он уже качанный на 99 тысяч. 22 700, 1700 выносливости, 900 веса и 817 атаки. Это такой мой качанный, но маленького уровня, он 298. А стоит 335, у него нихуя там нет прокачки, 15 тысяч опыта. У него столько же почти хп, 21, но атаки меньше, 700, там 40. Вес там и выносливость примерно таким же. Ну, вес может. Кидаю все, это вес, короче. Мы готовы. Приложение, а чё? А да он хотел это на базилозавре этот пособирать. Кто? Хитрости артефакт. Да, блин, не надо, я сплаваю в ластах. Я притащу. Не-не, у нас он есть. Сейчас есть, мы потом пойдем втроем. Сходите. Ушел. Вы уже все на обелиске? Я рядом. Дима рядом был. Блять, я последний был. Вот, блять, какой-то долбоёб на пол коробки поскрывал на красном. А у нас закончился бензин, короче. Там тоже. Тогда я пойду нефть потом это после босса собирать. Нам сказали то, что это надо восстановить, типа красный, говорили пацаны тогда. А немцы? Да, ну до вот этих замесов, да. Красный, типа и синий. Кто Донудо? Кто это такие? Он до замесов говорит. Ну, до замесов. Ага. Да, это немцы говорят. Нам синий надо обязательно укрепить, блин. Одна пушка. А чё у нас базу? Мы строим новую или чё? Я не знаю, я думаю 6 дней подождать ресурсы это на базу накопить и сразу туда на Рагнарок резнуть. 6 дней. Как Рагнарок? Вы думаете об этом? Ну да, 29-го он стоит. Нам уже надо готовиться. Георг сегодня немец, он сказал, если мы идем все вместе с злодеем, злодей сказал тоже Старком, что это злодей 20 друзей с собой возьмет. И как немцев, и нас. Походу там мой Асгард будет. Ой, Асгард, блядь. Он Нуктурнал. Да. Блядь, Луна. Сколько-то говорили, 3 сервера, да, типа русских будет свободно? Что там такое, я помню. Но были разговоры. А у Кибл Ферми там турели стоят? Дима почти их разрядил. Вы их выносить реально собрались, малышей?
Не надо, не надо. Просто если это я насчет виверну. Сверху залетать или снизу? Зарядил их. Бля, ну нахуя в малышей там? Они твою базу пиздили, Кирилл. Ну блядь, ну это вахник с пистолом, типа, ну, понятно. Блядь, малышам в уши носы, и они все что угодно сделают. Они же малыши. Они ему вчера писали еще в чате, мы же сделали все как ты просил. Это пиздец. Какие они? Мороженое, блядь. Да, они его, бля, подъемножили неплохо. Я не думаю, что они подъемножили, наверное, блядь, хотели что-то получить от него. А? Купите конфетку. Такую им цель ставьте сразу. Короче, где этот процесс? Она получи их, пойдем? Пойдем. Я хочу седло, так-то пижары, блядь. А где этот трек? В доме? А, внизу. Еще не вышел. Сюда. Что? Ну, есть там всяких снимите. На базе у меня одно село, ген 2, посмотри там. А кто бросит? Кто бросит? Ну, а он может прийти туда? Потому что как мы пойдем? Я ж не пойду на Рексе назад. Ну да. Ну да. Ну пускай на красный зайдет. Я тоже, да. Да. Алло. Ну надо переговориться, как они это делают, обязательно. А ютурануса ничего с собой не берем? Не, с собой не надо. А прикинь, надо будет, блядь. А мне он сказал, надо забуговать и все. Просто и мы его потерять можем там. И она растает, да, нахуй? Угу. Нет, Ютуранус, конечно, круто, блядь, но... Просто им жалко, блядь. Вот и все. Да не, мы бы своего взяли, чё, блядь. Просто видишь, смысл в том, чтобы багуется большим количеством Рекса. Поэтому... Минус один будет тогда на ютеранусе сидеть. А что за звук? Ты спрыгнул, застрял? В смысле вы... А где ты спрыгнул? Это обелиск звук такой издает, я звуки тут у меня сбил и все, короче. У меня все выключено нахуй было. А Рекс где? Где Рекс? Где Рекс, Виталий? Давайте, Виталий объясняет. Резаемся туда, Рекса, соответственно, присвистываем. Сейчас аккуратненько их расставим, чтобы они не забаговались. Понятно? Рексов. Присвистываем на низкую дистанцию, не наименьшую, а на низкую. Второй момент. Не ходим будет плавно, никуда. Ходим чисто по парам. Понятно? Только по парам ходим. Для чего ходим по парам? Чтобы убивать диметродонов, ну, диморфодонов и этих убивать. Понятно? Привет. Я Рекса возьму этот. Я Рекс сейчас на красном. Есть кровать? Не. А что поставить? Можно быстро
постель здесь. Тут быстро не получится постель, ее пусть уберешь. Нет. Да через обелиск будешь, надо не бойся, нормально, блядь. Это я спал. Не загружать. Так, слушайте дальше. Второе. Когда выходим туда, по парам ходим, двигаемся. Проекция должно быть у вас мясо. Или чуть-чуть. И 400. Потому что оно немножко снимает. Как вы помните, мясо больше. Ходим туда-сюда, туда-сюда, туда. Он фаерболы прострелял. Сначала смотрим снизу вверх. Ну, то есть, чтобы видеть панораму от фаерболов. Потом на ту сторону не ходим. Но надо не прикрытись возле дерева, куда он присаживается. Лучше по краям разбегаться, допустим, три пары в одну сторону, две пары в другую. Как только он присел, подбегаем к нему, какая пара ближе всего, и начинает его писать не только от своего лица. Отпускаете все кнопки и только прожимаете R2. Все, больше ничего не надо. Запомнил? Еще раз объясни. Еще раз. Да. Ходите по парам все. Да, по парам, это ясно. Да. На ту сторону, если он там приземлился, на лаву, никто не заходит туда, в ту сторону, к нему подарок. Ага. Да. Он, где мы заспаунимся, он на эту сторону должен сесть. Он сам перейдет через лаву к нам, он сам перейдет. Просто ходите вокруг него. Он потом, когда встанет, все, приземлится. Первая пара, которая ближе к нему, надо сразу, чтобы она быстренько подбежала и вот начала от первого лица кусать. Ну, нажимаешь R1 на первого лица, поднимаешь голову вверх рексом и просто кусаешь. И больше никаких кнопки не трогаешь. Ни джойстик, ничего. Одной вопрос. Кнопки. Они зажимают его, да, первые двое, кто? Начинают, да, бить. Они его начинают кусать. Да. Остальные все сразу подбегают и начинают вокруг. Ну пофигу, куда, в хвост, в ногу, в ляжку, там, в жопу, куда хочешь. Там. Пичку его кусаешь. Вообще не пиздец. А им не надо, да, с первого вида смотреть или как? Надо им от первого вида, и нельзя двигаться вообще одной кнопкой, работаем R2. Если он закрывался, он может накануть. Все, все кнопки осуществили, никто ничего не трогает. Вперед, кроме... Все подбегаем, начинаем, ага, поднимать первый... голову вверх. Подожди. Нет, смотри. Могу им его все, но только просто у первой пары, которая будет ближе всех, да, она самая первая включается, получается, остальные подбегают. Понял? Которая пара, может, твоя пара, например, будет там, ты со сверкном, например, будете отбиваться еще от птеров, правильно? Например, винтик там, например, с Ваней, будет там, допустим, демарфадонов еще пить. Первая, которая ближе к нему, та его начинает боговать. Не надо самое жирное, я тогда пошел за договором. Все подбегаем, голову вверх, R1, а потом R2 нажимаем, все. Да, и все, и отпускаем все кнопки, ничего не нужно больше. Если он, допустим, взлетел первый раз, не забаговался, все опять отходим назад, освобождаем ему место для посадки и ходим вот так по краям, там карты ходим, там ходим, чтобы фаербола не ломал, и все. Да, еще когда он подлетает, только сразу разбегайтесь, не стойте в куче. Он пиздюлей нам даст. Сразу он взлетел, сразу разбегаемся по сторонам. Когда ходить по земле будет, когда он будет огнем намажет, тогда уже можно подбегать. Главное, чтобы он в воздухе был. Ничего сложного. Ну, я буду все равно руководить, или я вам скажу, ничего как. А багуется он же, он пытается взлететь, и у нас над головами тогда багуется, да? Да. Он в полете багуется, не может ничего. Он будет крутиться, что хочешь делать, uh-huh. Только не... даже трогать. И все кусаем. Мясо в каждом рейсе должно быть. Я нафармился. У кого нет мяса, можете взять у меня в рейсе. На обелиске накрасить. Не забывайте, просто-напросто. Идете спокойненько. Ничего суетиться не надо, волноваться не надо. Суп. Как только туда резнулись, выпили суп, и все, и вам в металле будет все заебись. Никого не надо. А, Ваня, здесь так, Коля, подойдем. Да, мне надо суп, это все. Сюда, я тебе дам металлового супа. Так, где кровать Бридинг Пентмана, да? А если... Так, а нам дают? Ты где? Седло просит, не брали седло? Бридбейс. Да, нет. Угу. Коля, да. Здесь уже. А вот, Коля уже здесь резнулся на красном.
А как он резнулся на красном? Не знаю, вот он с Рекса выгрузил. Он на парашюте, я видел, он спускался на парашюте, он добежал, короче. Он спрыгнул. Так, держи хилки, сейчас там спадут. Угу. О, не то дал, не то. Автоматом даже не надо это как его. Я не то что-то. Пацаны, вы положите просто все в обелиски, пацаны придут по одному и все возьмут. На, держи. Угу. Ваня, забери себе эту штуку. Угу. Это кто с кем на пару? Ну, да сам обольнимся, потому что так ты не сможешь. Что ты искать будешь кого-то? Просто смотришь ближнего увидел и с ним держись просто и все. Угу, ну ладно. Но надо будет озвучить там кому-то друг с другом, чтобы понятно было. Да мы не сможем определиться, понимаешь? Что ты будешь искать стоять своего напарника? Там да, просто мы встанем так, мы поставим рексах так, чтобы они были по парам, понятно? Мы сейчас оставим рексах так, чтобы они были по парам, так, если его взял. Ну там-то надо будет разбежаться, чтобы они разбаговались, да? Там нормально будет, да? Поставим так и резать. Антон, двинься. Как-то встали так, что у нас большой круг, а вы встали в одно место, и, короче, рексы забаговали. Двиньтесь, Вань. Сядь, пожалуйста, на рекс нас уже убери. Сейчас, подожди. Я стою здесь, не знаю сколько. Двиньтесь сами, блядь. Ну, Антох, ну кто-то поставил так по-умному рекса, и мне надо терпеть. Я встал ровно по палочке, видишь, я встал ровно по палочке. Ну, убери, пожалуйста. Я говорю тебе, я забаговался. А чё ты его трогал вообще? Ну, если он забаговался, его надо нормально поставить. Так он стоял нормально, это мой рекс, чё ты на него сел? К нему подперли еще троих сразу. Да помолчите. Винтик левая 50, бритбейс. А я вижу, ты встал. Полетели на ювену. Короче, следовать низко, да? Ну это, Виталий, а там пара, да, которую Димитродонов кусает, она останется парой или тоже, когда если забагали, ну это забаговали дракон, они тоже подбегают? Здесь не верно. Босса кусают все, да? В любом. Конечно. Когда вы вверх так. Головы поднимете, эти демерподоны сами подохнут. Они на укусы, на наши сами нарвут. Мы будем кусать крест-накрест, и за аптеров и демерфодонов не беспокойтесь. У вас броня у всех красная, так что вам ничего не будет. Там прочности по 500, и, вы, ну, и брони, блядь, по 300, скинь на каждого. Да я Коле поменяю на такую цель, нейтральный рекс. А следовательно, низкий, да, или? Средний. Сколько человек? Подождите, на сколько человек? У нас как человек, Оля с Кириллом в той тусовке. У вас сколько человек? У нас здесь 7 рексов стоят сейчас. 7 рексов стоят. Это Коля выглядит человек, Кирилл, да? Ну, 9 будет человек. В тусе нас тоже 7. Значит, 9 пойдем. Ну, просто дольше кусать его будем. Я могу Георга с собой взять. Если он хочет, может. Он хотел. Он да. Давай. Угу. А он в игре сейчас, Иван? Дима, я тебе ставлю на такую цель, у тебя пассив. Ваня, будешь с ним в паре тогда. Сами не можете поставить. Ладно, в тусовку давай. Давай. Его скину. Так, мы уже подлетели. Приглас ему кто-нибудь скиньте там, а вот. Да, я прыгаю. Иван. Все послушал, Иван. Я взялся за рукой. Возьми его, чтобы быть. Так, Коль, подожди. Бегите по одному случаю.
Берите по бутерброду, ага, чтобы сюда положим, конечно. Напитки. Нет, ничего не трогал. Пацаны, а вы что, бутерброды забыли? Хилки забыты? Хилки, Диму, это Иван перекладывал еще. Дай мне хилки, Димон. Диман, я все вещи там это в сейфе положил, разложил. Да, все, а все туда. Там Дима, где луки, блядь. Там луки, там где оружие, оружие, там бронь. Повернись и дай мне хилку. Я не ору, я. Ну ты ору. А бутерброды кому взял? Ладно. Короче, я Георгу звоню, он что-то это он тут находится, но как-то. Второе место. Да, я запускать буду, я это. Да, я взял тут что-то. Вон, пусть идет. Да тут одна, наверное. Это у меня девочка. А у нас сердечко. У них кулдаун. У нее кулдаун есть. Так, Рекса кроники поставь. Я пододвинулся, проходи, Виталий. Так. Вот блять, так, не лезь. Рэпер, помогай, что меня опять обогнал. Отодвиньте, Рэпер, спите. Вот. Вот так вот. Все, вот так ставьте под конец круга лапами задними. То есть, чтобы подальше от обелиска чуть-чуть было. Чтобы они не забаговались там, когда прыгали. Вот так все, Рэпер. Это, у него дракон средний есть. Он говорит, ему легкий дракон надо, чтобы топиджары открыть. А что он боится с нами пойти на среднего, что ли? Не-не-не, он сейчас Блэка спросит, ему надо открыть. А я его даже в не вижу. Блядь, момент кульминации, давайте уже, ебаный в руку. Это следовать, да, низко, чтобы было, да? Как бы было, я не. Вы положите. Да, есть. Но у меня 4 стека. Не, 6-7. Я воды положил в обелиск. Возьми мясо. Стака 3-4. Еще положил рыбы жареных туда. Где взять? Вон возьми в голубом рексе рядом с моим страстным слева стоит. Так, а вот это что такое за вода тут такая? Целебная вода для изменений? Да, не одну, а две. Это, я могу испанца Тони с собой взять. Бери он любого. Тоже. Кого-нибудь уже, Иван, надо быстрее. А, Black is да. Black is yes? Да? Black is да? Да. Блоки за, забыл. Что значит ротор? Красный. О, все нормально, не выкинул, не? Нет. Сейчас я сверху посмотрю, как Рекса встанет. Он того Рекса поближе и свой 6 надо. Я поставлю. 337 Рекс. Кого? Хорош. Там надо дистанцию поменять на. Все, выглядит, да, меньше стоит исследование. Поближе. А ты, Вань, положил еще один этот жир базилозавра? Ну, да, положил. Сейчас я попробую его как-то в тусовку пригласить.
Да блин, я не могу зайти почему-то. А почему у нас 9? Ну, потому что у нас не хватает одного. Я ж помню, почему это же тебе секунду? Че против? У меня серверы показывают пинг 9900. Может, интернет у тебя? Может. Ну да, интернет выкинул у меня, ошибка была. Обосновался. О, блядь. Перезагрузи игру, Лёха. Да не, не, роутер перезагрузил у тебя. Кого? Я услышу. Лёху я слышу. Что-то не пускает. Ну, начинается. Да он сейчас быстро соберется. Не так и сделаю. Серьезно? А че он голенький поет? Пизды от класса. А где он? Напиши ему, что железный став иметь при себе, Ваня. Угу. Бля, у меня суп сейчас стухнет, короче. Юдин фольгум 18 геймотак. Че он пишет? У меня уже суп сдох, блять. Есть там еще один? У меня 3 штуки. О, Леш, дай мне просто один. Да. Идем в девятером или что, я не понимаю. Подожди, подожди, сейчас. А, вот, нашел тебя. А, ты без сознания, сейчас я у тебя возьму. А, вон, X и Black. Ага, все. Давай, я приглашу сейчас. Как там них? X и, да? X и... XL, наверное. Да. Это XL? Black. Black Z, Black Z, XL. Опять XL, Black Z, XL. XL, не-не, EL, EX. Суп положите пока животных. Суп положите пока животных, чтобы не шпили. А в животных... А если он скорбился, то мы не пойдем без него, иначе нам пиздец, мы спаримся. И... Я у Вани один взял, короче. Ой, у Лёши один взял, у меня... Там его на сколько хватает? Блять. Да, у меня вот еще больше половины есть, да. Положите, да. Ну заходим, да, его сразу кушаем и все. Да. В Рексе положите. Пока. Держите в Рексе, да. Он там долго-долго лежит. Скажи ему железный став и очень быстро. И фастер, да, ему напиши. О. Ага, окей. Hi, Blex. Yo, was geht, Digga? Na, wie geht's? Auf ein neues. Oh. Auf ein neues, Digga, aber wenn ich jetzt wieder meinen Rex verliere, Digga, dann belasten, wa? Ja, du musst, guck mal, das funktioniert folgendermaßen. Wenn wir da spawnen, ne, dann musst du mich finden. Mach Distanz auf niedrig und danach müssen wir uns erstmal finden. Wir bilden Zweierpaar, nie zusammen. Zu zweit laufen wir durch die Map. Der Drache, wenn der hinter dem Lava-Fluss landet, dann kommt er automatisch zu uns. Der, der nächsten zum Drachen ist, zwei Mann, die rennen dahin und dann machen die genau den Trick. Ich-Perspektive, gucken nach oben und dann fangen die an zu beißen. Aber danach darfst du nicht nach links, nach rechts gucken, du darfst nur R2 drücken, sonst gar nichts anderes. Sonst backt er sich weg. Es kann sein, dass das 2-3 Mal passiert, aber das klappt. Die Jungs auf einem anderen Server machen das nonstop. Und treffen wir uns rote ab? Ja, bist du ready? Also Flak-Ausrüstung? Jo. Wir haben Suppe für dich, wir haben Heilgetränke für dich, musst halt nur noch hier einen guten Rex und einen Sattel. Jo. Hier hin, roter. Okay. Ja, die müssen wir da. Machst du über den Transmitter? Ah, kannst du gar nicht. Ja, deswegen frage ich dir gerade.
Ага. Еще без одежды. Gehst du zu Fuß, ja? Ja, wahrscheinlich mit dem Rex, ich laufe einfach, scheiß drauf. Окей. Он это сейчас от немецкой базы пешком уже бежит. Сейчас. А какой суп? У нас есть один лабиринт. Давай я его в Рекс положу, ему дам. Я ему дам. Давай. А пусть он лежит в лабиринте. Слушай, это Виталик. Я его в Рекс положу. Да можно отвертку. Отвертку можно пить, не обязательно суп. У Винтика и Коли. На наименьше не стоит. Окей, дизу пообещались, да? А это хилка есть? Медик. Ну, на какой она на хлебе? Ага, есть, окей. Они... Что? Они стоят. А то они забагуют тебя. Убежит за тобой, пиздец. Угу. Ich habe alles für dich vorbereitet. Eine Suppe und Heilgetränk. Musst du einnehmen, wenn du das brauchst. Поставьте на такую цель, если вдруг что, что можно было там. Und weißt du was, wenn wir da landen und du bist einfach zu weit weg von mir, der nächstgelegene, der neben dir ist, der wird dann dein Partner, so gesehen, dein Partner sein. Immer so Zweiergruppen bilden. Okay. Я ему тоже сказал, если он далеко от меня будет находиться, чтоб следующего взял, которого у него находится. Ближе к нему. И скажи, чтобы не баговали друг друга. Und versuch nicht, wie heißt das, gegenseitig jeden, also dass man sich gegenseitig nicht verbackt. Achso, ja, ja. Und ganz sorgfältig auf die Feuerbälle achten. Wir hoffen, dass es diesmal klappt, ne? Bist du das? Нет, это сюрком. Это, Виталь, а не автоматически открывается это пиджар и седло, если на среднего идет? Да. Я это Георгу объяснил, но он сказал, у него сейчас времени нет, они готовку делают на Рагнарок, там базу одну снимают, ага, чтобы ресурсы побольше были. Не хочешь, не надо, что. Не он хотел бы, но сейчас он там зверей отпрямляет, что-то другому, он не знает. Если завтра пойдем или сегодня попозже, давайте возьмем Тони. У него даже свой Рекс, кажется, вырос. Или их несколько. Хорошие наши Рексы, которые я... Да, а Тони, кстати, с какого треба тут? Как зовут? Тони, он вообще один из самых лучших тут. Он боевик. Это ясно, что он один из самых лучших. Треб какой? Los Ancladus. Они назад наконец-то вернулись. Ну, мы с ними раньше тут Альфа были. Когда у нас старая база еще была. Ну, на том же месте, где бритбаза. А как дела у Ла Легиона? Что-то изменил, что тебе? Ла Легион, 7000 дней, ты их никогда не увидишь в чате. Они в тусовке только разговаривают. Потому что они по-английски не понимают. Да поздно у меня уже будет. А, днём. Ла Легион, да, они нам тогда, здоровая война, когда тут была с резистанцами, или как называли, они нам подарили Квикфалом боевого, и там ракеты, и ракетницы, что только не давали. Кирис, это наш пацан, это Колин. Киньте ему мясо, у кого есть, слышишь? Да боже, я там Рек стоит, наверное, боже. У меня мясо есть. Хотя у меня тоже, в принципе, есть. Он пивает быстро? Ich bin gerade am roten Aufwand, ich muss das Tor hier noch aufmachen. Also, hast du Metall Rüstung da? Gute? Ja, 300 как кино. Угу. Он уже тут, он через ворота заходит. Там сверху спрыгнуть можно. Где лифт ставит. Also, wie gesagt,
Wenn wir weiter weg vom Drachen sind und sehen, so zwei haben ihn gebackt, ich werde dir alles übersetzen. Я ему буду это переводить, да, если что? Да, можешь. Если мы увидим, что вы забагали, мы сразу подбегаем. Как его, с первого перспективы и кусаем. Наверх смотрим и кусаем его. Пусть выглядит. И не двигается. Это. Пусть выглядит. Ну, R1 мы можем заранее, да, уже нажимать. Суп ему дай. Спасительный дождь. Все глотнули. Суп ему дай. Окей. Kommst du zu mir, Kurt? Ich bin hier neben dem Haus. Да? У меня огонь в этом. У меня половина жизни нет у меня. Выпей баночку. В смысле, половины жизни нет у тебя, это так понятно. Жара, потому что. Да, да, да. А куда у нас Виверна улетел, вы видели? Да, все нормально, установил. А, ты как? Я улетел. Флягу наполнил. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Нет, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Du bist da? Okay. Warte, ich mach ein bisschen Platz für dich. Сейчас я место немножко. Ой, вы что сделали, ребята? Окей, до свидания. Я оттуда. Я оттуда. Сейчас, сейчас. Скажи ему назад от один. Warte. Geh zwei Schritte zurück, genau. А все, он отошел сам. Дистанцию индийскую присвести пусть. Недрига дистанц. Блять. Винтик, убери голову, пожалуйста, на своем рексе. На правом поверни. На синем рексе. Я folgen auf niedrige Distanz. Спасибо. Jetzt schon. Nicht auf Rex sitzen. Okay, super. Jetzt geh mal runter. Hier, guck mal. So, секунду. Слезть с рекса вниз, да. Das? Rüste das aus. Мы суп сразу, да, берем, как там рестаемся. Die Suppe musst du auf jeden Fall nehmen. So. Да. Я знаю, я вижу. Встань просто на место, если я запущу сам. Подожди, всех не все привязали. Я не могу назад. Я тут стою, я одевался. Блять, кто-то уже не вижу, Рекс. Я знаю, кто-то из этого положил Рекс в Рекс в шмот, блять, его уже нахуй кто-то спиздил, блять. А он и вот этот. Антоха, привяжи Рекс. Остались ausgerüstet. У меня привязано. Я. Не видно. Ja. Heilgetränke, ne, wenn die Demo vor Drones. Die Zweiergruppen dienen dazu da, wenn der Rex sich beim ersten, zweiten Mal nicht verbackt hat, dass man immer die Viecher wegessen kann. Привязан. Also heilen auf вот jeden Fall. Alles im Auge behalten. Он привязан, я просто. Окей. Okay. Все, готовы. Альянс, привязал или нет? Я не вижу. Скажи ему, чтобы привязал на низкую дистанцию, Иван. Кого? Я ж не умею говорить. Hast du auf Folgen gesehen, das nicht? Ja, ich niedrige... Да, он сделал. Каждый это мы не видим. Если jeder neben sein Rex. Если Rex забагуется, я кнутом. Wenn die sich verbuggen, dann macht er mit der Peitsche. Не волнуемся. Готовы. Alle bereit, ne? Сейчас подожди. Коля не пришел. О, mein Gott. Mal gucken, was geht. Ich hoffe, это... Коля, ready? Погнали. Запускаемся. Готов. Ну, с Богом, товарищи, суп не забудьте выпить. Все, это зайдем. Кто-то мормонт не одел броню, блядь, сиси, сейчас, молодец. Да ёпту, мать, я говорю, тебе положил его в рекс, и я уже спиздили, блядь. Вы что-то блядь, надо, блядь, зеленая кераса, кому нужна там была? Супер, супер, прямо. Охуеть, Гайля Заха. Расходимся? Давай, Кики, я с тобой. Расходимся. Кики, это Антон, да, ну, Антон, будь с ним, с Блэком. Да, BSN Mafia блядь, пойди, окей? Куп нас оба, куп нас оба, а в фойербай. На ту сторону не ходим, на ту сторону не ходим.
Мормон за мной. Варта, вот, давай я с ним пойду, я с ним буду. И блядь, пойди. Мормон со мной, ходи. Он кук на холм, кук на холм, буду фаерболинком. Он фаербол у нас не пишет. Отходи. Окей, дошли. Отходите, отходите. Вот, еще. Андерглайта. Ху, ты по мне, блядь. Кук на холм, куда им клик. Не бойся, суп выпили. Все суп выпили. Да, да. А, да. Али, зуб выпили просто. Он летит, он просто ждет. Он не садится еще. Эфликсно, это смешно. Вот эту площадь, о, первый. Оба, кусай, 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 винтик. Окей, zu zweit und beißen. Warte, komm. Подвое. Ну, zu zweit, ну, zu zweit und nur beißen. Подвое. Летит, у нас летит. Летит нас. Мармоша, летит нас. Я увидел, увидел, я прошел. Ты автоп, твой обай. Освободите, он сидит. Когда ногами пойдет, тогда мы его убьем. Erst wenn der mit Beinen geht, dann schlagen wir den. Aber nur это вам надо. Отойди, Мармон, отарки. Не могу. Warte, warte. Wenn der da hinten setzt, sich hinsetzt, dann kommt er automatisch hin. Er kommt. Не ходим туда, не ходим. Кайна гитарин, Кайна гитарин, блядь, что? Отойди, отойди, Рекс, от него, блядь, долбоёб какой-то. Кто это там? Кто там? Уйди, уйди нахуй. Ты заебал ты. О, а вот теперь подбегаем, все. От первого лица всё. Али гитарин, эрце визир, на холм кукн, wenn man an ihm dran ist, und nur beißen, nichts bewegen. Не двигаемся, не двигаемся, не двигаемся, пытаем, просто пытаем. Einfach nur beißen. На холм кукан beißen. Или кнопки все. Да, все отпустили. Alle кнопки loslassen, nur erst zwei. Не двигаемся, нахуй. Блядь, я убежал. Почему Кики умер? Быстрее, быстрее, пацан. А кто-то умер? Alle кукан на холм. Я смотрю, я смотрю, не да. Пиздец, что-то у меня тоже не утекает, блядь. Мы хуярим? Вьем там 25% кином. Видите, как ты? Або кук не угнцву гин, не? Окей, я вижу не. Де андро зит аук не. А здесь слаб, я? Лучше он челик, он слаб, а как лучше он. Я лишь могу, ты сейчас глюклись махан, не? Я смотрю, ну на холм куп, не на холм. А кто разбежался? Весь Векиган? Комсумет, комсумет. Потому что Вер голову не поднимаем, мальчик. Блять, мальчик, я сказал, Вер голову поднимаем. Вон, видишь, сколько у него полоски, 25% подняли. Отходим, отходим всех. Фаербол летит. Окей, окей, фаербол. Дима, ну куда ты блочишь-то меня? Чего, блядь? Ты в меня зашел, а не я, блядь. Вот ты опять меня голову нахуя поворачиваешь? Зачем? Тихо. Да зацепь, ну сядь. Освободите место, блядь. Махте пля... Ладно. Вернись. Тихо. Вилла доктор, блядь. Есть это молоко? Долбоёбы спрашивают. По парам, говорю, ходим. Сука, фаербол летит в нас. Кто тут это бег? Это ты один? Ты один? О, сверху он один. Мормон пушит первым, первым демонстрировал себя. Смотри внимательно на братан. Блять, помогите мне с демофадом. Он сейчас присаживаться будет. Окей. Окей. Это генерал на холм кукун, он байсен. Никто опасный. Все. Все. Да. Вверх голову, все, забаговал, забаговал. Все, я понял голову. Спрятайся, флик. Эскибак. Эскибак. Ник смахнул. Никто ничего не делает. Только R2. Гай, глутка мат. Две кнопки отпустили. Ну, R2. Только R2. Только R2. Уже почти половина. Он был баптез, сейчас это штанги? Ja, hast du gemerkt, ne? Richtig krank, danke, Ivan. Ja, ja. Вот так же сложно надо убивать, понятно? И вот, Марайф из Фройда в Дюсова. Мы на Легион. Я, он, den anderen drei Rutschen dreist. А железо-то у вас есть? Полимером у меня есть?
Не, есть, есть, я знаю, что найдем. Там все по пару тысяч я найду, наверное, Виталик, там точно будет. Может, там может 1500-2000 осталось, я посмотрю. Обсидиана до пизды, если улиток пасты привезешь, там полный верстак, Антон, там где-то 3000 обсидиана на промах можно сразу сделать. Антон, а у нас топиджара есть? Сколько процентов у него осталось? Меньше половины, почти треть. Драйте процент от донов, да? Здесь один в Дембайку? Не. Топиджара есть. Драйте процент донов. Блять, заебись! Он в крови, ты блютый, ты швайн он. Black Snoody Elemente bitte uns geben, ja? Wenn du in deinem sind, weil wir haben scheiße schwer gefahren, aber wir können vielleicht nachher nochmal gehen. Лёха, я бы третьего раза тоже не пережил. У меня треть осталось. Меньше. Да вот треть осталось. Вот. Какой у Рекс? У меня полный Рекс. У меня тоже полный. Я просто первый раз застоял, я прям под мордой стоял, мне хуярно. У меня вообще все идеально. У меня вообще чуть-чуть осталось. Куда тут про меня будет? Дэйс фас даун. 20%, окей. Пацаны, я ничего не двигаюсь. Бьем, ничего не съел. Никс побег, никс посет, никс посет. Он будет пытаться сейчас крутиться, потом поправить. Ага. А вот чуть-чуть здесь. Дохожу к тысячу дрейн. Давай. Да ну нахуй. Улетел. Сейн просто. Нет, нет, кусай, кусай. Улетел. О! Фак, окей, это, давайте убегайте, опять я тут блэк. Опять сел, нет, ушел. Блядь, че? Разбегаемся, блядь, кто опустил нахуй кнопку, блядь? Ничего не трогал. Пошли, вот, вперед. Окей, пошли. Это, жизнь? Сука. Кто лоу, хп, уйдите нахуй, у кого проблемы. У кого проблемы, уходите. Все, пиздите. Ничего не делайте. Все, добили два куска. Пятость, до вас. Повисло, что повисло? Есть! Есть! Заебись! Фак! Гайли Захе, данк дешевле. Штанги дедыга! Штанги дедыга! Благодарит нам! Как же долго! Я забрал. Ура. Все следы срайцев. Алле, Отм Рекс, Альфам Рекс рунта. Альфам Рекс рунта. Я. Фода век пак. Пиздец. Я Нихуя.